хочет в нашей пресс-конференции принимать участие главный тренер Игната Сергеевича. Добрый вечер. Мы постарались выполнить установку. Ребята молодцы. Серия только началась, поэтому все впереди. Ну все, спасибо. Мы знаем, где мы сыграли не так, как надо было сыграть. И мы должны сделать правильные выводы и готовиться к следующим матчам. Пожалуйста, вопрос и представляйтесь, пожалуйста. Дима. Вопрос Виталию Хайдаровичу. Перед началом серии против «Авангарда» у вас тоже было больше времени на отдых. И команда сыграла неудачно в первом матче. Можно ли провести какой-то параллель? Тоже было больше времени? Не, я не хочу искать в этом оправдание какое-то. Я уже сказал, что это наши проблемы, которые мы должны исправить. Тим, объясни, как это можно или нет? Не могу объяснить. Я не сказал, что их закрывать будем. Посмотрим, я сказал, но я не сказал, что будем закрывать. Следующий вопрос. Есть вопросы? Нет вопросов. Следующий вопрос, пожалуйста. Прошу просить, что опять же вопрос. Ваша команда каждый матч вот в представлении стартовой пятерки выходит сразу в полном составе, это часть какого-то плана. Ну, это наша традиция. Ему было непросто, но он молодец. Справился с... Мы знаем, что Акбарс очень мощно играет второй период. Просто предупредили ребят об этом. Алексей, что порадовало вас? Ну, порадовало, в принципе, я не могу сделать какие-то серьезные замечания, так скажем, да. Вот. Ребята до конца играли. Меня это радует, то, что мы при счете 0-3 не бросили играть, а наоборот стали играть, и, так сказать, и более активно играть, и создавать начали. Поэтому это меня радует. Вопрос Вячеславу Горькову. СКА проигрывает все вторые матчи во всех сериях. Это стечение обстоятельств или вы нашли какую-то закономерность? Я вообще эту статистику, честно говоря, не смотрел. Тем не менее, это правда. Надо рушить, значит, эти традиции. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания.